Ток-ток-ток, кто в теремочке живет? А в этом никого. Всем привет, с вами Пасека Захара. Наконец-то вынесли пчел вчера, ночь. Ну, как всегда, самое интересное осталось за кадром. Телефон забыл дома, снимать не на что было. Было интересно, один был кадрист под шофе. Животы надорвали. Ну что ж поделаешь, самые лучшие кадры остаются вне кадра. Вот, сегодня погода не радует, ветер северо-восточный, больше 15 метров, наверное, холодище, сдует гор, с гор ветряка. Пчелы летать сильно не хотят. Да еще ЧП, вон бури сломала забор. Скоро скотина пойдет пастись, будет лезть на пасеку. Ну пойдемте посмотрим. Я хожу, проверяю, что тут, как, хоть и холодно, сколько меда в теремочках. Взял он чемодан с рамками, с медом. В срочном порядке буду подставлять. Вот этот ряд я уже прошел. Все в порядке. Начал второй ряд. И вот увидел вот такую картину. За зиму, видимо, прогрызли. Осенью наносил, все нормально было. А сейчас он второй литок, они забабахали. Протяги. А здесь, в этот литок, даже не хотят выходить. Холодно. Вот вылезли, сидят, мерзнут. На ветру прикрыть маленько. Так, посмотрим, что внутри. На рукой неудобно. Вот, плохо вчера положок закрыл.